Доброе утро, дорогие друзья. Вот сейчас мы смотрим с вами скандинавскую ходьбу. Люди занимаются физкультурой по утрам. Пожалуйста. Время 8 часов. В Барнауле на стадионе. Люди занимаются скандинавской ходьбой. Вот там вдали женщина с палочками идет. А вот женщина идет в белой курточке. Просто ходьбой занимается. Пожалуйста. Возраст различный людей. И мужчины, и женщины ходят. Вот там еще вдали тоже идут. Дорогие друзья, хочется пожелать вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Смотрите на YouTube. Подписывайтесь под мой Instagram.